Красногорской земле свою программу в рамках областного проекта Министерства культуры Московской области «Арт-визит» представляет концертный оркестр Подольской филармонии и его солисты. Так как этот концерт проходит в день рождения комсомола, поэтому мы свою программу назвали «Песни нашей судьбы». В программе звучат песни советских и российских композиторов в исполнении солистов филармонии. А среди них заслуженная артистка России Ольга Шаляпина, заслуженная артистка Республики Хакасия Наталья Манулик и лауреаты международных конкурсов Павла Быкова. Я думаю, что программа жителям Красногорска понравится. Мы постарались подарить свое творчество и принести его по земле подмосковной. Министерство культуры утвердило график проведения арт-визита, где творческие коллективы городов Подмосковья представляют свои программы на соседних территориях, близлежащих. Вот по графику этому мы сегодня в Красногорске. Прежде всего, это выезд за территорию своего региона, это распространение своего творчества, это своего рода какой-то стимул для участия в областном проекте, потому что не все коллективы участвуют. И я думаю, что этот проект очень интересен, и за ним большое будущее.